Здравствуй, Верхнекамье! В канун Нового года и в сам праздник нередко сбываются мечты. Например, в Александровске Новый год местная жительница встречала на новом месте. В администрации Александровска 30 декабря вручили ключи от отдельной благоустроенной квартиры жительницы Яйвы. А в Красновишерске глава города при поддержке Федерации хоккея Пермского края поздравил местную хоккейную команду. В рамках «Елки желаний», организованной Алексеем Чекуновым, воспитанники хоккейной команды «Северные волки» из Красновишерска тоже написали письма. Самым активным и быстрым в команде оказался Илья Вакорин, который подумал не только о себе, но и о товарищах. Попросил игровую форму для всей команды, а себе пожелал новые коньки «Бауэр». В канун праздника желание исполнилось. А в Кизеле новогоднее настроение создавали в том числе и своими руками. Влад Рычков построил горку во дворе дома по улице Борьбы 31, установил елку, украсил гирляндами и игрушками, за что глава города Андрей Радыгин вручил инициативному жителю благодарственное письмо. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Евгений Казанцев и Степан Некрасов.